Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. Вот поле прошлого года. Здесь было у нас овес. Забросали навоз, закончили. И сейчас одновременно дискуем и сразу Дима сеет. Я дискую фактически в два следа дискатором нашим. Вот показываю его. Дима, конечно, работает быстрее меня, но у меня тут фора есть. Поэтому работаю на передаче 3.3. Трактору тяжело, хотя 3.4 тоже он идет замечательно, но греется. Несмотря на новый радиатор, якобы повышенной производительности, он, Дима, сеет. Сейчас мы его увидим. Вон он. Сеем смесь Вики с просом. Это такая смесь, которую мы можем убрать и на сенаж, и на зерно в любой момент. Мало того, что вика и проса хорошо друг от друга отделяются. Семена совсем разные, и поэтому хорошо отделяются. Вот. Поэтому такую решили смесь посеять. Сейчас покажу вам. Дима, он на развороте пошел. Мне надо поспешать, потому что я в два следа работаю, то есть у меня захват намного меньше, чем у Димы. Ну, ТНВД, конечно, работает замечательно, китайский. Так, вон он, Дима. Такой посев сразу после дисковки хорош тем, что земля не успевает высохнуть, и все-таки семена кладутся во влажную землю. Поэтому мы так практикуем довольно часто. Сеялка идет фактически по следам дискатора, сразу за дискатором. Это единственный способ такой при весеннем дисковании сберечь влагу. Ну и вообще, чтобы семена попали во влагу. Ну, работаю со скоростью 10 км в час. Передача 3.3. Почему я стремлюсь, работаем в два следа? Для того, чтобы лучше выровнять поле. Ну и лучше заделать навоз, который разбросали. Буквально вот минут 15-20 назад Дима еще разбрасывал навоз. А я сразу за ним дисковал его. Вот. Ну вот такие у нас дела. Сейчас покажу вам Диму еще раз. Вот, а вот это место, зеленка, видите? Там тоже надо было дисковать, но там влага. До сих пор еще не высохла, поэтому там ничего не делаем. Есть такие места. Осталось вот это поле туда вниз еще.
Единственное, что плохо, что здесь много разворотов, оно небольшое. А дискатор нужно поднимать, поворачивать с ним нельзя. Ну, вон Дима сеет, там заделывает, видно, край. Сеялку немножко подремонтировали. Ну и запустили в работу. Сегодня наши девчата сами и чистят, и доят. Уже скоро конец дня. Ну, сеялка 4-метровая, он сеет довольно быстро. Поэтому я вообще-то хотел, чтобы сначала мы тут полностью задисковали, а потом он сеял. Ну вот такие дела. То есть, если у вас есть такая возможность работать двумя тракторами, то можно дисковать и сразу сеять. Таким образом сможете сберечь влагу и семена положить, в принципе, в нормальную землю. Ну все, всего вам доброго, успешной вам посевной. В наших краях надо отсеяться где-то, наверное, край 9 мая. Вот это по-нашему мы так уже для себя установили. Там как у вас, у каждого региона свое. Ну все, всего всем доброго. До свидания.